Всем привет! Сегодня я решила совместить два популярных дизайна. Это хлопья юки и веточки. У меня уже нанесена база. Теперь крашу ногти черным гель-лаком, а безымянный бежевым. Сушу в лампе. Дальше мне понадобится хлопья юки. Свои я заказывала на Алиэкспресс, ссылочка будет в описании под видео. Это оттенок номер 5, а это оттенок номер 3. Эффект лучше видно при дневном свете. Эти хлопья можно втирать как втирку и переносить как хлопья. На своих ноготках буду использовать второй метод. Переношу хлопья кистью на липкий слой черного гель-лака. Кстати, спонжем из набора получается примерно такой же эффект. Дальше легонько бафом прохожусь по торцу, чтобы на нем не осталось пигмента, и перекрываю поверхность два раза каучуковым топом и каждый слой просушу в лампе. Бежевый ноготок пока не трогаю. Снимаю липкий слой со всех ногтей, затем шлифую безымянный ноготок, чтобы убрать глянец и чтобы на него потом не цеплялись хлопья. Черной гель-краской без липкого слоя рисую веточку с листиками. Сушу в лампе. Теперь втираю хлопья спонжем. Стряхиваю лишней щеточкой. И еще такой лайфхак. Протираю поверхность безворсовой салфеткой, тем самым убирая лишний пигмент, чтобы он потом не тянулся за кистью топа. Далее также перекрываю два раза топом, сушу в лампе и снимаю липкий слой. Дизайн готов. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. С вами была Настя. До новых встреч!